здравствуйте, сегодня у меня опять битва за урожай, и я буду готовить борщ в баночках на зиму, борщевую заправку. Вот я спасаю мою свеклу, тут ее у меня не сильно много наросло. Я ее помыла, рассортировала и буду отваривать отдельно. Вот такую крупную я буду отваривать минут 35, а вот такую маленькую минут 20 до полуготовности. Когда свекла сварится, я ее охлажу под холодной водой. Отваренную до полуготовности свеклу я очистила, взвесила, и у меня получилось ровно 1,5 килограмма. Теперь я возьму 1,5 килограмма лука и мелко его порежу. Мелко нарезанный лук я слегка спассирую на растительном масле на среднем огонечке, не допуская зажаривания, только до полупрозрачного состояния. Пока пассируется лук, я нарежу болгарский перец небольшой тоненькой соломкой. Болгарского перца у меня 600 грамм. Укладываю перец в кастрюльку, в которой я буду тушить заправку. Теперь я возьму 1,5 килограмма морковки, это тоже своя, свежая, с огорода, и натру ее на крупной терке. И морковку я также спассирую на растительном масле, слегка не допуская зажаривания, на среднем огонечке. А оставшуюся свежую морковку я тоже натерла, сейчас распасую в пакетики и заморожу на зиму. Вот такие симпатичные заготовочки у меня поедут в морозилку. Когда они замерзнут зимой, по мере надобности, я буду отламывать по кусочку и использовать в супе во вторых блюдах. И так это я замораживаю. А спассированную морковочку я выкладываю в кастрюльку к перцу и луку. Сейчас я натру на терке 150 грамм корня петрушки. Это тоже свой, с огорода. Петрушку сложу кастрюльку с заправкой. И теперь я натру на терке свеклу. И натертую свеклу я также отправляю в кастрюлю к овощам. Сюда же в кастрюльку я раздавлю 100 грамм чеснока. Граммовую баночку томатной пасты, две столовые ложечки соли, один стакан сахарного песка, 50 миллилитров уксуса яблочного 9%. И 100 миллилитров воды. И вот это все я поставлю до закипания на плиту. Когда заправка закипит, я еще добавлю мелко нарезанную петрушку. Моя заправка закипает. Я сделаю маленький огонь и буду тушить при помешивании минут 20-25. И при необходимости надо добавлять немножко кипятка, чтобы заправка не подгорала. 20 минут прошло, и я закидываю зелень, петрушки и укропа. Все перемешаю и буду тушить еще 10 минут. И добавляю 70 миллилитров яблочного уксуса.
Если первая партия уксуса была для сохранения цвета, то вторая партия уксуса для того, чтобы наша заготовка стояла всю зиму. И я еще раз все перемешиваю и тушу еще минут 5. Заправка наша готова, и я ее горячую раскладываю в стерилизованные баночки. Я их стерилизовала над паром. Я взяла ложку, наверное, ложкой мне будет удобнее. Ровно 5 литров борщевой заправки. Баночки я переверну кверху донышком. И укутаю в теплое одеяло на сутки до остывания. Ну и вот, собственно говоря, как мы эту заправку используем. В кипящий подсоленный бульон насыпаем капусту. Через 10 минут добавляем картошку. Еще через 10 минут я добавляю мясо, снятое с костей. И заправку 0,5 литра. Довожу до кипения. При необходимости добавляю соль. И варю на маленьком огне минут 5. Вкусный ароматный борщ готов. Легко и просто. Подавайте его со сметанкой.